Так, привет, снова пишу обзорчик. Так, ну вот он, мой микрофон MD44 66 года, на котором я сейчас играю в основном. Ну и вот я ему сделал штекер, в общем, у меня там есть видео и про то, какой у него звук и все. И, в общем, я так подумал, что а вдруг он у меня сломается, и дай-ка я погляжу, что есть в интернете. И вот самое интересное, что такие микрофоны есть и по 4000, и по 8, и по 10. Вот. Ну, они с подставкой, там, в хорошем состоянии. Думаю, дай-ка я полазю и посмотрю. И вот лазил я, лазил. И буквально вот недавно нашел я вот такую вот интересную штуку. То есть, это тоже MD44. Обошелся он мне в 500 рублей. Но забрали, ничего у него нет. Я подумал, неужели это какой-то новодел? А потом присмотрелся, и здесь 1964 год. То есть эта модель была выпущена еще раньше той, которая у меня. В основном все то же самое. Единственное, что провод тоньше и 3 метра. Вот это большой плюс для меня. Ну вот штекер. Штекер вот такой вот. Ну, сейчас фокусируется. Вот. Его я поменяю и потом, конечно, сниму обзор, буду делать сравнение по звуку. Но это еще не все. Значит, это вот мой MD44, вот этот вот я нашел. Копаясь дальше в интернете, я буквально нахожу еще одно предложение. MD44 вот в таком исполнении. И здесь уже 71 год. Но состояние нового. Провод толстый, короткий, где-то метра полтора. И штекер уже DIN-3. Сейчас поймаем фокус. Вот. То есть, совершенно уже другое решение со штекером. Вот. Ну, тоже перепаяю и сниму обзор по всем трем микрофонам по звуку.